хорошая игра, я считаю, что жалко, что нет болельщиков. С обоюдно острыми моментами, то есть и соперник имел неплохие моменты, и мы имели много моментов, но, к сожалению, голов мало. Какое впечатление наша команда оставила? Очень хорошее. Ну, так получается, что предстоящий соперник почти всегда играет с факелом. То есть, когда мы готовимся к играм, поэтому я знаю команду и в начале чемпионата, и сейчас, поэтому считаю, что команда прибавляет, и сегодня она это доказала, то есть очень внимательно играла, старалась и неплохие контратаки создавала.